Итак, ингредиенты для проявления кадра будущего нам принесла собака хаски с разными глазами, голубым и черным, имя которой Луна. И когда возникает энергия богини Луны, с давних-давних времен, начала-начал, присутствующий как особенная точка силы на большом острове Гавайского архипелага, это говорит о том, что произошла твоя первая, произошла, это говорит о том, что пришло время подумать о том, где произошла твоя первая инкарнация на Земле, так как в том месте остался твой главный корень, из которого ты до сих пор получаешь основную энергию. И дается медитация для выяснения место первой инкарнации человека, который слушает эту медитацию, для которого пришли энергии Луны. Создайте спокойную обстановку. Выключите телефон. Устройтесь поудобнее. Направьте свое внимание на дыхание, прислушайтесь к нему. Сделайте глубокий вдох и представьте себе мерцающий на море лунный свет, который вы вдыхаете через сердечную чакру. На выдохе выдыхаете эту энергию через корневую чакру. Итак, повторяем это 12 раз. И сейчас мысленно представьте, что вы стоите на площадке перед гротом Хины на серповидном выступе. Мы смотрим со стороны моря, и для нас это правая сторона. Наши ноги стоят по щиколотку в воде. И вы сейчас ощущаете воду вокруг ваших ног. Почувствуйте настроение ваших ног. Почувствуйте, как вода общается с вашими клеточками, а клеточки общаются с водой. Понаблюдайте ощущения в ногах.
сейчас момент, когда с моря идет небольшая волна и приводит воду в движение. Прислушайтесь к себе. Ваш дух сейчас проявляется внутри вас. Это может быть картинка, может быть слово, мелодия или что-то еще. Просто запомните тот знак, что вы увидели, не пытаясь его разбирать и истолковывать. Сделайте глубокий вдох, выдох, поблагодарите мысленно грот Луны за проявление информации о том, где находится главный корень вашей первой инкарнации, откуда вы до сих пор принимаете энергию. Ну а затем запишите все, что вы почувствовали, увидели, восприняли, ваши ощущения в клеточках, те слова, которые там будут мелькать, просто запишите. Возможно, у вас возникнет вопрос, а что делать с этой информацией дальше? А пока ничего. Вы ее записали и оставили. Это просто ингредиенты, которые высветят в вас нужный необходимый пазл, который сложится из энергии, высветившихся в вас картинках, словах и так далее. Сделайте глубокий вдох, выдох. Благодарю.